проиграли буквально вот этот 15-минутный отрезок и проиграли матч. Причины какие? На мой взгляд, нет такой стабильности в своих действиях. По каким причинам? Наверное, надо еще посмотреть статистику, посмотреть матч. Этот отрезок просто проиграли и наделали много ошибок, которые забили нам два мяча. Дальше опять достаточно было хорошее физическое состояние. Большое давление оказывали на Краснодар. Много ударов было, не могли только реализовать. Но с такой командой, как Краснодар, когда дали слабинку, они этим воспользовались, матч проиграли.